Всем привет! Вы на канале «Интернет и деньги». Это такой небольшой экстренный ролик, потому что только что узнал интересную инфу, небольшую возможность, где есть шанс заработать. И уже у себя в Телеграме сообщил, поэтому советую туда подписаться. Если еще не подписаны, там информация поступает прежде всего. Итак, что же это за возможность? Появилась новая американская биржа, называется она Atlantis. И сейчас за регистрацию она дает 3000 своих токенов. То есть просто прошли регистрацию, все, у вас на балансе сразу же эти токены, плюс 3000 токенов еще дает за каждого приглашенного реферала. Не знаю, насколько будет возможность эти токены продавать или нет, но у меня уже был такой опыт. Я думаю, каждый должен знать биржу CoinsBit. На CoinMarketCap она сейчас, по-моему, на 40-м месте. Там тоже при ее запуске был airdrop. Она тоже давала там свои токены и... В принципе, я тогда по airdrop тоже неплохо заработал. Но сейчас нас интересует вот именно эта биржа. Я вам покажу, как получить эти токены. Собственно, для этого нужно просто зарегистрироваться. Переходите по ссылке под видео в описании. Далее на главной страничке биржи вы здесь нажимаете кнопочку «Регистр» и здесь заполняете поля. Заполняете ваш логин, далее вводите email, два раза пароль. Кстати, пароль должен содержать минимум 12 символов, должны быть заглавные маленькие буквы, плюс цифры, плюс должны быть символы, там знак вопроса, собачка или так далее. Далее, здесь нужно вставить реферальный ID, можете в принципе не вставлять, но я вставлял, потому что человек мне дал информацию, почему бы не отблагодарить и пройти регистрацию по его ссылке. Далее тут вводите капчу, ставите галочку, что согласны с правилами и нажимаете кнопочку Sign Up. Прошли, можно сказать, уже регистрацию, остается последний шаг. Переходите на почту, там у вас будет письмо и вы просто подтверждаете регистрацию. Теперь еще кое-какая информация, потому что как только я переходил по реферальной ссылке человека, который мне об этом рассказал, я перешел и биржа у меня не грузилась. Почему? Потому что, как я понял, нужно просто будет убрать вот тут, стереть реферальный код и по прямой ссылке зайти на страничку биржи. Потому что по реферальным ссылкам, скорее всего, не грузится, потому так как пошел наплыв людей, все стараются урвать куш, потому что никто не знает, как долго эта акция будет действовать. Так что, если биржа у вас не будет грузиться, то, соответственно, сотрете просто реферальный ID, перейдете на биржу по прямой ссылке и уже при регистрации вот тут реферальный ID можете вставить, ну, либо же нет, это уже решение с вами. В любом случае, свою ссылку и реферальный ID я оставлю под видео в описании. Ну что ж, теперь давайте я перейду в кабинет и покажу, что эти токены у меня уже есть на балансе. Вот, ребят, смотрите, я нахожусь уже в кабинете в разделе Wallet. И вот этот токен AC, American Coin, 3000 токенов у меня на балансе. Если перейти в раздел Trade, в принципе, можно увидеть цену данного токена. Вот, ребят, стоит он 23 цента сейчас этот токен, да, получается. Ну да, в принципе, та же цена, но не знаю, будет ли такая цена, когда будет возможность продавать или нет. В любом случае, чтобы сейчас вот здесь продать, как видим, кнопки у нас «Продать» нет, есть «Keys Verification», то есть нам нужно пройти здесь верификацию с документами и так далее. На самом деле, я бы с этим сейчас не спешил, потому что пока что непонятно, что за сайт, что за биржа, и отправлять сюда свои документы пока что не хочется. Поэтому моя рекомендация пока что пройти регистрацию, распространять реферальную ссылку и зарабатывать чем больше, тем лучше вот этих токенов American Coin. Плюс я уже на одном телеграм-канале читал, что есть люди, которые уже все здесь тестируют, то есть проходят верификацию, пробуют продавать монетки, выводить и так далее. И как только я узнаю информацию, что это действительно можно делать, что все здесь правильно работает, что можно будет пройти верификацию, ничего не опасаясь, то, соответственно, тоже дам инфу у себя в
телеграм-канале, поэтому советую туда подписаться, чтобы не пропустить. Ну, конечно, если проверку биржа не пройдет, то, думаю, ничего страшного, мы с вами потратили пару минут для регистрации и заработали несколько там тысяч монет, да, и продадим или нет, в принципе, мы ничего не теряем, но есть возможность потом хорошо заработать, так как я уже сказал, у меня такой опыт был на бирже CoinsBit, и мне там удалось заработать, но я заработал не так уж много, а знаю людей, которые там на аирдропе, у них были большие команды, они зарабатывали по несколько тысяч долларов. Поэтому посмотрим, что будет с этой биржей, но пока что вот такая инфа. Так что, кто ролик посмотрел, кто хочет получить эти токены, то, соответственно, сразу же проходите регистрацию, потому что, как я сказал, никто не знает, сколько данный аирдроп будет действовать. На этом, ребят, все. Всем удачи и профита. Надеюсь, мы с вами здесь сможем заработать и услышимся в новых видеороликах.